Вот снимаешь вот это, будет новый, будет или не будет. У меня сейчас белый, в конце сбор будет черный. Что надо, видно, что работает. Новички, давайте мы их коротко представим. Адам Афарсен, Демис, пожалуйста. Пожалуйста, давай. Максименко Артем, пожалуйста. Кира Каджибуратов, Рамазан, пожалуйста. Так, Холдрен, где у нас суперфон? Пожалуйста. Так, и Евгений Спиряков. Поэтому добро пожаловать, ребят. Быстро вливаемся в коллектив. Размандыкивать некогда. Калина у нас отвечает. Калина отвечает за коридор. Сейчас я закончу, коридор сделаешь. Условия первые, впечатления очень хорошие. Качественное поле и хорошая гостиница. Поэтому есть все условия для того, чтобы здесь плодотворно работать и плодотворно готовиться к сезону. Но команда соскучилась по работе, это видно. Настроение хорошее, приподнятое. Видно, что ребята давно не работали, поэтому с энтузиазмом взялись. Что касается функционального состояния, то над этим будем работать. Не скажу, что команда раскладная, но тем не менее есть моменты, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего, у нас в прошлом сезоне было большое количество травм, поэтому хотелось бы сейчас через работу именно профилактикой травматизма позаниматься, и чтобы в этом году у нас травм было гораздо меньше, именно мышечных травм. У нас будет силовая работа, у нас будет беговая работа, у нас будет технические, восстановление технических навыков, поэтому все, что связано с футболом, у нас будет. Первый день, тут 2-3 дня у нас будет втягивающая работа, поэтому мы через работу будем оценивать состояние новичков и состояние вообще футболистов, на наших ребят. Перед каждой игрой, конечно, мы будем готовиться, будем получать задания, будем моделировать какие-то моменты, которые у нас не всегда получались в осенней части сезона. Поэтому контрольные матчи, они есть контрольные, чтобы какие-то моменты тренировать на занятиях, и потом мы в играх эти моменты, чтобы они у нас получились.